Мальчик, Батин. Как? Вы докладывать будете? Ну, конечно. Пожалуйста. Я почему вы не зарегистрировали? Как я не зарегистрировал? Я же не списываю. Я прошу. Что можно на это сказать? Коллега, прости. Я понимаю, что... К вашему вниманию предоставляется доклад на тему обоснования конструктивных параметров барабана подъемной машины CR6x3.2. Актуальность работы... Эта работа имеет актуальность на сегодняшний день. Техническая проблема – повышенная метроемкость подъемной машины. Научная задача – определение напряженно-деформированного состояния цилиндрического барабана подъемной машины. На следующих слайдах предоставлены технические требования этой машины. Выводы по первой задаче. Мною был выполнен анализ работы конструкции, а также разработанная компьютерная модель барабана на основе программного комплекса. Основным ценовым параметром для исследования является максимальное статическое натяжение окруженной ветви каната, которое должно составлять не менее 320 кН. Исходя из этого, был произведен прорасчет этой силы давления, что является более приемлемым для проведения исследования. Исследования проведены были с помощью программного приложения Simulation в программном пакете Sandbox. Опыты проводились с комбинацией разных подкреплений барабана. Его целью было определение напряженного деформированного состояния заклиненной части барабана. Поскольку нагрузка, состоящая от давления от каната, является асимметричной, то для уменьшения времени расчета была использована 1/8 части барабана. Далее были определены граничные условия и шаг конечно-элементной сетки, который составлен 100 мм, которая при исследовании дает ошибку 2%, что есть допустимо. Дальше по ходу исследования был составлен график по результатам исследования. Дальше был проведен анализ результатов, и он показал, что наиболее удачным подкреплением может служить шпангоут, приваренный к обечайке. Заклиненные части расположены на том же расстоянии, что и на бурине тормозного диска. Выяснилось, что это подкрепление дает наименьшее максимальное напряжение. Наиболее невыгодным по металлоемкости является сочетание ребрного подкрепления с P-образными стрингерами. То, что мой барабан неподвижный и усилия, которые на него прикладывались. Где вот тут лаконичные условия на вот этом слайде? Ну вот, с зелеными стрелочками – это фиксация барабана, и снизу также фиксация барабана, а красными стрелочками – это давление, которое создавалось на барабан канатом. Почему основной расчетный фактор – это канатная нагрузка? А какой еще может быть? Тормозная. Тормозная, но я ее не учитывал в своей компьютере. А почему? А как вы определили канатную нагрузку? Вот есть формула. Вот буква «Т» как определялась? Да, это статическое натяжение окружной ветви, которое равно 320 кН. Как она определялась? Оно складывается? С технического задания взято. Техническое задание написано вот это Т. Вот, подъемная машина должна быть изготовлена на максимальное статическое натяжение окружной ветви каната не менее 320 кН. Нет больше вопросов. Александр, вы имели анализ первой подзадачи. Какой результат этого анализа? Я построил 3D-модель. Я спрашиваю, вы вопрос понимаете? Да, понимаю. Какой результат вашего анализа? Ну, я понял, что как мой канат действует на мой барабан. Что вы анализировали? Александр работу Леонидович, машины. Дайте студенту ответить, пожалуйста. Работу машины анализировал, как она работает, как надо потом в последующем исследовать мой барабан, как идут нагрузки правильно. Ну и какой результат? Ну результат как то, что мой максимальное напряжение создается от каната, который должен максимальное статическое натяжение, которое должно быть максимум 320 кН. Моя машина работает с противовесом. Когда один канат наматывается, другой сматывается, то есть происходит подъем и спуск груза. Ну то есть подъем к лети и спуск противовеса. Ну чем это отличается от работы двухстеклового и двухлитьевого подъема? Вы задали три вопроса уже, Александр Леонидович. Что это уже три вопроса. Пожалуйста, по очереди. Студент просто не успевает реагировать на ваши вопросы. У меня такая машина. У меня она должна быть клеть и противовес. Я не рассчитывал два скипа. Мне не нужно два скипа. У меня была клеть и противовес. Просто... Ну, что, молодец. Молодец, да. Thank you.